Сегодняшним участникам акции столько же лет, сколько было детям, оказавшимся жертвами самого циничного в истории России теракта. Некоторых ребят осознание масштаба трагедии, произошедшей 15 лет назад в осетинском городе Беслан, заставило закрыть глаза и сложить руки в молитве. Праздничный день 1 сентября 2004 года стал черной датой для огромного количества семей. Два дня после захвата бандиты держали заложников, взрослых и детей, в школьном спортзале. А 3 сентября в 13:05 прогремели роковые взрывы, унесшие жизни 334 человек, в том числе 186 детей и 16 сотрудников правоохранительных органов. Тогда вся страна с содроганием следила за развитием страшных событий. Коллектив Одинцовской гимназии номер 4 ежегодно проводит памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Взрослые стараются как можно больше рассказывать об ужасных последствиях терроризма даже первоклассникам. Так педагоги учат детей человечности и состраданию. Дети плачут. Но мне кажется, что это слезы, которые хорошие слезы, они делают их человечнее, добрее. Учатся переживать чужому горю. И это очень замечательно, что во всех школах нашей страны мы отдаем дань памяти жертвам бесланской трагедии. Что, безусловно, это имеет большое воспитательное значение. В этот раз митинг провели для учащихся 6-7 классов. Ребятам не только напомнили о страшных событиях 15-летней давности, но и рассказали о правилах безопасности в экстренных ситуациях. В завершении акции все участники подняли над головой бумажных журавликов в память о жертвах терактов. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».